Всем привет, ребят. Ну что, второй аккаунт гильдейского роллинга батла Мерси находится в гильдии, в которой я тоже играю. Гильдия Украинки, дайте заявочки, вступайте. Это английский андроид, гильдия активная. Прием от 100к. Пропуск сразу же кик, поэтому обязательное присутствие на всех локациях. Ну а мы побежали смотреть аккаунт и смотреть, что нам тут надо. Правила те же, выбили меньше топовых героев, по очкам считаем, кому меньше героев выпадет с этого батла, тот и получит главный приз. Так, смотрим аккаунт, шапка есть, то есть условно он тоже не особо донатный, это не донат на этом сервере. Поехали посмотрим, что по героям. Ну тут тоже все отлично, не хватает командоры, которые мы выбили на предыдущем. Так, Махатма, Бугимен, вот так вот, не особо-то и много надо. Такой вот у нас коллекционер. Ну я не знаю, по сравнению с русским, наверное, топовый, потому что можно получить кайфовые карты, выбить ледяного феникса, получить кайфовые плюшки, плюс героя. Ну, в общем, все как всегда. Так, поехали посмотрим, что у него тут интересного есть на аккаунте. Так, где тут ударь? Так, смертушка, атлант, без таланта, дерево, отлично, череп, ну, супер ронин, седна интересная, уп. Ну, тут видно, что по сравнению с предыдущим аккаунтом, где донато, где-то приблизительно так же талант, также талантики намного ярче. Так, неплохо, неплохо. Это и ремочки есть. Наверное, просто больше играет. Смотрите, как по талантам вопросов даже нет. Пятерки, пятерки, пятерки. Такс, ну-ка еще раз глянем, что у него тут. Так. А, видите, вольт есть. Короче, как-то так. Английский андроид. Так, нету некроса. Хорошо, поехали. А, все как всегда, не учитываем магазины героев. Имба за 2 очка, но имбы падают очень редко. Это новые герои, например, там. Ну, такие неплохие герои, старых мы считаем заодно. Ну, в общем, правила, скажем так, для всех одинаково. Так, ну что, поехали. И сразу же магазинка падает, поэтому мы его не считаем. Леди Лео за 1. Седна тоже у нас за 1 считается, второй герой. Да. Так, 2. Призрачный, 3. Ведьма, 4. Ну, опять же, есть стрелок Санта, 5. Леди Лео, 6. Блин, и герои, конечно, падают. Тут, ну, хорошо. Но не то, что надо. Нужен ли это Феникс? Шесть. Ну, где? Хоть один недостающий у нас будет. Смотрите, что делается. Ну, это считаем за 2. Это с последних героев. 7-8. Ну что, поздравляю. По-моему, буги у него нету, кстати. Да. 7-8. Ну, неплохо, неплохо. Let's go дальше. По сути, у нас
неплохо получается уже. Выбрали то, что надо. Сейчас пойдем еще сбегаем в рейд. Друид нанимается. Этот тоже. 9. Тыковка 10. Поехали, сольемся. Отлично. Да. Что там у нас 10? Let's go. Ну тут букич упал, неплохо. Это тоже считаем за 2. Герой очень интересный. Тем более недостающий. Где-то у него асуры нету. А, у него асура есть. Не, ладно, асурика он старенький. Хотя он имбовый. Хотя, в принципе, он как и сет, но где-то наравне, так что считаем за 1. То есть будет там 11. Я потом все равно пересчитаю. Плюс-минус, чтобы я знал, где какой аккаунт. Так. 12 13 14. Ну блин, пятнадцать 16. Ну что, он догонит или не догонит, придется пересчитывать потом. Так, там 16 или 17, 18 кенди было. Надо будет все-таки пересчитывать, потом смотреть плюс-минус. Ну, а потом определимся. Так, хотя бы плюс-минус. Ну, думаю, до 20. До 20 гаргул, да, где-то 20 тоже, еще кенди упало. Еще гаргул, это интересно будет. Короче, придется первых два аккаунта пересматривать. Но это такое, без этого никак. Так, смотрим. Что у нас тут есть? Ну, опять же, как видите, опять упал стрелок, и это очень круто. Но, к сожалению, не упал хрон. Хотелось бы, но зато выбили бугимена. То есть... И так хорошо, и так. У нас есть карточки. Поехали, их пооткрываем. Хрона получили. Иронина. Интересно. Если бы еще засчитала в этот. И по башку дали. Вот так вот. Тоже так. Жалко, сюда не засчитывает. Такс. Ну, давайте еще сундучки. Тыдых. Относительно, я вам скажу, на такого коллекционера довольно-таки неплохо. Так, что там у него? Свободные места есть, конечно, но у него, наверное, скорее всего, свободное место под Лазуликса, которого мы, к сожалению, не выбили. Но зато мы выбили неплохих героев. Смотрите, сколько всего нападало. Да, у него тут тоже хватает. И асурика выбили. Асурика будем, как и Есенину, считать за 1. Самое главное, что мы выбили и здесь недостающего героя, это Бугимен. В принципе, с чем поздравляю. Герой тоже довольно-таки неплохой. Блин, придется все-таки пересчитывать эти аккаунты, потому что сбиваюсь, башка не валит уже. То одно, то об одном, думаешь о другом. Но самое главное, что мы выбили недостающего, с чем поздравляю. Конечно, опять же,
Лидокрыла мы не словили. Ну, это рандомчик. Все, трешуем дальше. Пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.